Большая запись. Вот. Аккордеон Ритмастер. Не знаю, там серия какая. Можно развернуть. Есть что-либо? Бывает, что-либо вот здесь написано. Нет, да? Ладно, не в этом дело. Дело в том, что мы должны как бы запротоколировать, если так можно сказать, вот это вот внизу. Значит, уронили инструмент нечаянно. Вот. Предполагаю, сейчас я вскрою и сделаю следующую запись, что простой вариант, резонатор отделился от дыки, если так можно сказать, то есть он выскочил. Вот. Это первый вариант. Не самый плохой. Почему? Потому что если сам резонатор целый, и все, что на нем находится целое, то это еще полбеды. Вот. Если все-таки резонатор выскочил, и еще и посыпались планки, вот, то это уже хуже, конечно. Вот у меня уголок этот что-то с той стороны получше, а здесь не знаю. Вот. Потом гляну, отходит, не отходит, непонятно. Все, надо вскрывать. Добавление. Вот у нас видно пустое окно. Вот видно планку, которая выпала отсюда. Вот еще очередная, которая, предполагаю, что уже, вот видите, она вывалится. Вот, так что, так, там мы пойдем, мне вот это интересует. Вроде бы держится. Ну, короче говоря, вот мы видим, сейчас я разверну. Вот, видно, да, что темный. Мастика вот, видимо, вот. Ну, обычно самый простой вариант, это вот когда такие трещинки появляются, потому что если вывалился, то уже не исправишь таким вот образом. Короче говоря, трещина, что-то горячее берут, в основном чаще всего это паяльник. Начинает эту мастику плавить паяльником, чтобы она от горячего растворилась, как бы, и трещинка заделалась. И она свою функцию как бы начинает выполнять. Но проблема в том, что при этом мастика перегорает. То есть она, во-первых, темнеет, она становится еще более ломкая. И естественно, что все эти, так сказать, такие криминальные дела, так, в кавычках можно сказать, они к добру не приводят. Вот. На всех старых инструментах мастика старая, вот. Она крошится, от старости трескается, планки начинают вибрировать, короче, выпадает, тут рассказывать нечего, везде одно. Вот. Короче говоря, это мы постараемся исправить, поставить на место то, что выпало, и то, что вот там болтается. Вот. Насколько кардинально это решит проблему? Ну, если честно говоря, конечно, на какое-то время первоначально. Или пока еще раз не ударят, или просто еще раз воздухом может, в конце концов, что-то выдавить, потому что не держится. Так, дальше это у нас... Это у нас. Так. Так. Вот что у нас справа я вижу. О, там, видите, светлая такая вот. Она у нас тоже торчит. Во-первых, она выпирает. Во-вторых, вот видно, что трещина. То есть она тоже не держится. Вот. Поставили на место. Ну, пережгли ее, что ничего путного это не дало. Короче, вот третья планка. Остальные вроде пока на месте. Если что-то еще увижу,
Потому что желательно, конечно, снять вот мех, вот, чтобы разжидеть это получше. Ну, в общем, проблема вот с этим вот. Если обнаружится при снятии меха что-то еще, сделаю дополнительную запись. Всё.